счастье, поэтому мы с вами в дальнейшем, то есть сможете, то есть, как бы, на нас рассчитывать, на молитву, даже на праздновании дня рождения. Хотелось бы задать вопрос, как на данную минуту вообще ситуация в Запорожье вот, с детьми, с новорожденными, то есть, как бы, это усугубляется, эта ситуация, или наоборот, то есть, как бы, выравнивает? Рождаемость прогрессивно падает, к сожалению. Но при этом, при всем, отделения интенсивной терапии по-прежнему остаются заполнены. То есть, ну, к сожалению, качество здоровья населения и детей, новорожденных, оно не улучшается при общей тенденции к снижению рождаемости. А я хотел еще спросить, а как сейчас обстоит ситуация с персоналом? То есть, медсестры, врачи? Ну, точно хватает. Так же, их не хватает, потому что кадров не хватает, квалификации не хватает, и мы со своей стороны готовы как бы помогать. Ну, пожелаем нам всем хорошей дороги, счастливой. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.